Рот закрой на полковник, бля. Завтра на фон. Человек, бля. Человечище. Карточку дай. Карточку дай. Блять, отъебись от меня, сказал. Дай денег мне, 5000 еще. Да нет, нихуя вон. Ты дебил, бля. Ты ебанутый. Сядь, пожалуйста. Подскажите, а девушки свободные есть? А сколько вам нужно? Две. Будете садиться? Конечно. Ага. А друг ваш не едет? А. Едет. Как звать? Вадим. Вадим. Девушки есть ли? Найдешь ли? Да подожди ты, блядь, что ты? Ну что ж. Есть девушки, нет? Ребят, если вы еще не подключились к моему парку, то обязательно подключайтесь. Во-первых, мы отключаем заказы за наличку. Вы будете работать только по безналу, если захотите. Второе, это моментальные выплаты. Деньги вы выводите когда хотите и сколько хотите, без всяких выходных и праздничных дней. У нас самая низкая комиссия за вывод. Это 15 рублей. Во многих других парках у вас комиссия по 40-50 рублей за вывод. У нас 15 рублей или 1%. Третье. У нас нету скрытых комиссий. Многие скидывают скрины там, по газу, что они работают 1,7-1,4. По факту они работают по 4%, но думают, что работает там 1,3 у них процент. Потому что у них есть скрытая комиссия, у кого 1%, у кого 2%. Это за бонусы. Хотя водители многие об этом даже и не знают. Они просто туда не смотрят. И за вывод они моментальных выплат дают по 50 рублей. У нас 15 рублей. Также поддержка 24/7, которая отвечает просто мгновенно. Подключение водителей за 5 минут. Бывают нюансы, когда просто бывает, что за 1 минуту могут написать 7-8 человек. Поэтому подключение занимает немного больше времени. Поэтому прямо сейчас скидывайте документы по этому номеру, и через 5 минут вы поедете работать. И вы будете знать, что вы работаете в надежном парке на выгодных условиях. Также регулярно мы дарим подарок. Подключайся, мы тебя ждем. Вадим. Да. Найди девушку. Вадим. Да. Есть какие? Ну, в интернете можно найти? Да нет, нихуя в интернете. А есть все? Так, найди нам, давай. Поедете? Конечно. Я нихуя не шучу. Я поеду. Короче, вы там решите между собой. Мы едем на это туда. Его сажаешь, Вадим, а меня везет. Давай прямо сейчас, Вадим. Он пусть идет домой, а я пойду где. Да и, блядь, идите вы нахуй все, блядь, с вашим футболом. Вадим. Да. Девка есть хорошая? Ну, сейчас найдем в интернете. Сумма какая? Сумма какая, чтобы ориентироваться? Мне надо сумму знать. Вадим. Тогда иди со мной. Вот, человек, бля. Человечище. Вадим. Да. Ищи девушку. Да, сейчас найдем, я же не могу одновременно искать их. Ты знаешь, что ты генерала везешь? Нет, не знаю. Вот я тебе говорю, что ты везешь генерала российского. Не, мне не надо, я лучше вас к девкам отвезу. Мы два часика погуляем, блядь. Вадим. На набережную, короче, уже не доезжать. Конечно, нет. Давай на 22. Да нихуя, блядь, я сейчас мне Вадим отвезу, блядь. Иди, никто не. А, сейчас советую. Везешь генерала, ёпт. Давай, остановись вот здесь. Все? Остановился? Да. Так, все, стоп, поставились. Возьми деньги. Да. Так, у вас эта поездка, сейчас я выйду еще с линии, 372. Понял, отдай мне 372. Ну сейчас еще до девок поедем. Одна, а есть, нет? Хорошо. Слушай, Николай, пошли. Успокойся, блядь, мы с тобой сегодня решили. Все, рот закрой нам. Сейчас ночью, пошли. Полковник, блядь, завтра. Это завтра, блядь, а сегодня мы идем в девок. Какой, сегодня уже, блядь? У тебя деньги с собой? Пойдем, поехали. Ну сейчас, сейчас, сейчас я найду. А, ты мне дашь. Мне нет. Приди, все, пошли. Вадим, все, хорошо. Все, хорошо, тогда с вас 372 рубля и все. Так. Выходим. Иди сам, выходи. Отъебись нахуй, а? Ну что нахуй? Еще завтра будет. Завтра будет завтра, завтра я не буду. Ты есть со мной? Вперед.
Вадим? Да. Дай денег мне. Нет, у меня не будет. Вадим, ты мне боишься? Нет, завтра нельзя. Деньги. Так что тут осталось 800 рублей? Нормально. 800 рублей. И карточку дай мне. У меня нету карточки. Ну, без наличку взял. Карточку дай. Отъебись, я поехал в девку. Ты ешь со мной? Нет. Ты дебил, блин. Спасибо за поездку. Пожалуйста. Дай мне карточку свою. Выходим. Карточку дай. Выходим, карточку дай. Всю карточку, у тебя сидит лист на телефоне. У меня дома они. Подожди, все, закрывай. Выходим, да. Закрой, можешь дверь закрыть? Саша, дорогой. Есть их? Нет. Ну, найти можно. Находи, да. Да я-то найду, здесь вопрос денег. Сколько? А я не знаю, сколько час вам нужен, сколько? Ну, 1003, да? Ну, наверное. Час. Ну, вот вам нужно 3500. Хорошо. За 4 готов. Да нет, мне то это, просто там наличка надо, вас так не пустят. Короче, они все бестолковые. Девки есть хорошо? Ну, найти можно. Звони прям сейчас. Так а что толку, если денег нет? Чё да я сейчас схожу домой. Давай. Я не пойду, я поехал к девку. Мне, блядь, заебали, но я хочу к девку. Мне сейчас Вадим отвезет девку. Дай мне, у тебя есть 2000? Отъебись, у тебя есть 5000? Нет. Ну и все, до свидания. Да, конечно. Вадим. Да. Позвони, есть их? Да есть. Ну давай позвони. Они далеко, нет? Ну, недалеко, рядом здесь, в центре. Ну сколько? Ну час где-то будет 3000 стоить. Хорошо. А ехать сколько, Даня? Ну, минут 10. Отлично. Слушай, ты же, блядь, деловой, да? Садись, блядь, поехали. Ты дебил, блядь, садись, мы с тобой об этом. Я нормальный человек. Садись. У тебя деньги есть? Нет? Ну, правда, я тебе ничего не тратил. Отлично, у меня есть, вот мне дал вот сюда. Ну, хороший. Отъебись, нахуй, я пошли, давай, не хочу. Пошли, это завтра будет. Вадим. А. Вот он скажет. Ты... Ну, вы идите, сходите до отеля. Все равно без денег вас туда не пустят. Вот, а я сейчас с деньгами. О, да, вот вы сходите сейчас, возьмите. Ты меня отвезешь? Отвезу. Отвезет, но денег-то нет. 50 минут. Вы идите, поднимитесь в номер. Да отъебись. Ой, извини. А, нет, все нормально. Вы идите, поднимитесь в номер. 5000. Возьми в номер. 5000, да. Я с собой, правда. Сходи, поднимись в номер, а я покурю там. Поднимись. Я хочу к девушке. Пусть моя спит, но. Отъебись, но. Принеси мне 5000. Давай, Сережа, тронешь? Ну я хочу девушку, блядь, выебать, блядь. Ты понимаешь? Тебе я не хочу. Вадим? Да. Как сам? У тебя сигареты есть? Нет. Дома есть сигареты, пошли. Блядь, отъебись от меня, сказал. Дай денег мне, 5000 еще держал. 5000 дай мне. Слушай, да, у меня нет денег с собой. Мы все потратили в ресторан тоже. Сходи, принеси. Вверху есть. Ну принеси. Я не пойду никуда из машины. Я сейчас Вадим идет, девушка. Они хорошенькие, Вадим. Нормально. А вам какую надо? Молодую? Не, мне молоденькую, худенькую такую. Можно? Найдем. На часик. Да, конечно. Ты едешь с ней? Нет. Ну все, принеси мне 5000. Пойдем, сходишь. Нет. Принеси. Забери. Никуда. Я знаю тебя. Ты меня сейчас заберешь, на. Принеси. 5000 еще у тебя, жалко? Чейте, пожалуйста. Ты мне дашь долг? Как я дам долг? Нет. Сигареты есть? Нет. Знаешь, я сказал, дай 5000, не подожди. А где сигареты? Блядки, вы жили, да? Вот, ну, слушай, да подожди. Вот, я не хочу. Да подожди. Я не хочу сказать. Мы с тобой, блядь. Сегодня пытались найти дело. Вадим нас везет. Дев, мы с тобой час. Ну, уже поздно, все. Успокойся, да. Мы с тобой сейчас часик с ним покоругаемся и приедем. Принеси мне 5000.
Не пойду я никуда. Все. Принеси мне это деньги. Неправильно. Конечно. Вадим, сигареты есть? Нет. Дай мне карточку. Какую карточку? У меня нет карточки, я наличку брал. Какую наличку? Ты едешь со мной, нет? Нет. Вот лучше сесть со мной и поехать. Нет, поехать. Пошли домой. Я не поеду, я поеду с Вадимом. Какой вроде человек, а? Дай я покажу. А понимаешь, если Вадим нас сейчас не отвезет, Вадим, они далеко. Рядом. Ты зря сказал. Сколько? Ты сказал, что там все шалавы, блядь, все не стоят. Так они и так шалавы. Если Вадим, а далеко? Конечно, далеко, блядь. Сколько, скажи, Вадим? Ну, что тебя еще кинут, блядь, и ничего не сделают, блядь. Хорошо. Понял? Дай мне сигарет. И денег дай. Денег дай мне, блядь. Да, блядь. Отъебись нахуй, я поехал. Вадим, поехал. Нет, ну туда без денег не пустят, в любом случае. Ты можешь мне 5 тысяч? Давай, смотри. Ну. Дай мне 10 тысяч. Я на 2 часа. Садись нахуй со мной рядом. Садись, блядь. Вадим, все, никуда никто не едет. Все, да без проблем. Вадим, подожди здесь. Хорошо, идите, поднимайтесь. Идите. Никуда не пойдем. Хорошо, я здесь жду. Идите, поднимайтесь. Сядь. Это было раньше, было 13. Ты ебанутый. Ты ебанутый. Сядь, пожалуйста, на машину. Руку убери. Сядь со мной на машину. Денег дай мне. Да идите поднимитесь, я подожду. Блядь, в долг дашь? Ну как я в долг? Нет, конечно. А какие девушки? Да там их много, тут можно листать и листать. А я что-то искал не нашел. Да почему? Можно много найти. Но без денег туда не пустят. Они здесь рядышком есть. Угу. Звони, спроси, хорошие. Ой, не, это 20 тысяч стоит. Да какие 20 тысяч? Не-не-не, ну да, это не то. Сейчас. А куда полковник делся-то? Да вон он, понял. Идите, поднимитесь, я вас здесь подожду. Ты мне найди хорошенькую женщину. Давай, поехали к ней отвези. Сколько стоит, скажи, мне сразу скажи. Сейчас скажу. Ну да, начни судьба. Ну все, идите домой тогда. А что ты так со мной сразу? Да почему? Так а полковник ваш ушел куда-то? Ты ж понимаешь, дорогой. Да сейчас найдем. Отвезешь, потом подождешь, тебе все это день. Одну или две, спрашивают для полковника еще? Оставьте сообщение. Что-то у них недоступно. Две. Я понял, сейчас. Что у них недоступно? А можете дверь закрыть? Конечно. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Подскажите, а девушки свободные есть? А сколько вам нужно? Две. Что еще? Две. Две. А вы себя хотите пригласить или к нам приехать? К вам. К нам хотите? Ну, смотрите, мы находимся недалеко от станции метро проспект Большевиков. Ох, а вы не в центре, да? А, тут просто много-много. Ну, мы просто выезжаем по всему городу, а апартамент... Вежливая такая, да у нас с такими вежливыми не разговаривал. Да я понял, ну просто ваш полковник ушел. Ушел, я же скажу, денег возьму. Если ты не найдешь, то найди маленькую, худенькую, найди какую-нибудь. Полковник ушел. Сука, да? Че цены-то нету? Юпарас, это какие-то сайты поблокировали, что ли? Полковник звонит? Ну, пятак берите. 5 тысяч? Да. Паша, туда доехать, вам обратно доехать и... На 2 нет, на час. Найди. Я пока обзвоню, давайте. Не едет? Нет, ну я подожду, за 10 минут придете? 5 минут? Ну все, 5 минут здесь стою. Да. Найдешь? Честно, генеральская. Ладно, ёпт. Ну да, давайте, идите, я стою, пока выбираю.
Мне нужна худенькая. Я понял. И стройная. Я понял. Бить, пожалуйста. Не-не-не, я здесь стою. Ну, я посмотрю, как в Питере, блядь. Тут 10 минут генерала и все. Блять, с тысячами идут этими. Короче, генерал не пришел, ну это очевидно. Я так и думал. Надо бы больше денег брать за то, что я с ним простоял. We'll be right back.